вот это будет продолжаться, я ничего не понимаю. Полгода мы занимаемся мусорной реформой, полгода, блядь, вот эти отписки, сука, надоели уже, блядь. Ни одного, блядь, нормального письма, ни дня нет вообще, надоело все. Полгода, это сколько можно? Шепелев, Ирин, город загадили, посмотрите, у нас полигоны, у нас экологическая катастрофа. В конечном итоге ни мэру, ни губернатору, никому ничего не надо, ни Министерству природоохраны. Сколько можно, блядь, надоело уже все к чертовой матери. Президент, вот сейчас прямая линия, обращаюсь, просто прошу, отправьте нам какого-нибудь нормального, какого-нибудь адекватного чиновника, чтобы он приехал, решил эти проблемы. Все ваши указы, господин президент, саботируются всем правительством края, министерствами всеми края. Они вас не считают за президента? Все ваши указы, все ваши постановления, плевать они хотели на вас. Президент вы или не президент? Поэтому отправьте, пожалуйста, сюда человека, или у меня вера в конечном итоге вообще упадет. В вас в том числе.